Влад тогда будет снимать, да? Угу. Как там, он больно будет, да? Нет, 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 ничего не больно. Так, ну что, значит, берем маслечко. Так, где у нас масло? Было массажное. Так, массажное масло. То есть наша сейчас у нас цель. Значит, зона у нас, первая зона, да? Входит, значит, шея тут, где-то вот до этого места, да? Получается, почти что трапециевидное, где заканчивается, да? Вот, вот это первая зона. Да. Значит, что нам нужно сейчас сделать? Нужно сейчас создать легкую гиперемию. Да? Кровоток. Вот. Ну и, значит, наносим масло, чтобы нам было. Вот. Масла в достаточном количестве? Просто чтобы баночки, да, баночка сейчас, например, чтобы она нормально скользила. Пленочку, просто пленочку небольшую делаем, все. Вот и все, да? Вот, масло нанесли. Ну, выбираем какую-нибудь такую средненькую баночку. Надо его выставить там, да? Тянули ее, подготовили. Вот. Один раз смотрим. Не злодействуем. Вот. Угу. Даже чуть-чуть тут можно для шейки. Так, чуть-чуть вот, как бы вперед голову, чтобы шея. Нет, как бы вот чуть-чуть выгнуть, да, здесь вот как бы выгнуть. Подними. Вот так, да, да, как-то. Или на лоб поставь. На лоб, вот, руки, да, можешь поставить. Руки. Руки на под лоб. Да, да, что-нибудь там. Нет, в таком. Под подбородок можно. Да, буквально на некоторое количество времени. Так, вот. Ну, а что-нибудь. Вот, шейку. Шея у нас как сразу, да? Порозовела, да? Вот, шейка у нас сразу. Гиперемия появилась, в принципе, злодействовать больше не надо. Вот, гиперемия появилась, все. Достаточно, кровоток пошел. Поэтому ощущаем расслабленные мышцы. Хорошо. Вот. Дальше. Саму спинку. Вот у нас тут уже с такой неохотой, да? Ну, тоже. Ну тоже. Еще воздуха подзабрать можно побольше. Ну, с первого раза не надо злодействовать, да? Чтобы это плавно человек. Если ты резко сделаешь, что сам банки не сразу ставят. Прям сильно не надо. Лучше сразу поставить по одному качку, а потом подкачивать постепенно. Снабжение.
Да вот у меня же съемка прямая идет. Нет, не, сейчас ничего не засекайте. Вы сейчас не это. Время вам сейчас совершенно ни к чему. Сейчас вам главное понять, когда, в какой последствии что делается. Все. Вам пока сейчас времени не надо. Потом будете набивать руки. Пока вам нужно. Понятно, Борисович. Только вот это. Страх. Бритвы брать спокойненько. Вот сейчас можно чуть еще вылечить. Уже интереснее, да, когда чуть уже, да? Вот пошла. Да. Видите, вот. Как уже насыщается. Да, сначала как бы подготовили, что будет вот так. Вот сейчас оно уже интереснее, уже красненько пошла. Становится. Вот как интересно. Уже более-менее равномерно, да, окрас пошел? Mm-hmm. Ну, будем считать, что гиперемия появилась. Все за, да? Все. Так. Здорово, румянец на всю спину. Да. Я так обычно говорю. Так, теперь будем немножечко. Так. Перчаточки. В принципе, я лично говорю, вот. До крови я практически вообще никогда не одеваю, ну ладно. А кровь уже, потому что перчатки почему обязательно всегда нужно? Чтобы ничего на себя не подхватить. Особенно когда герпес вылезет. Даже без перчаток, себе, да, без перчаток не надо. Может, нет, еще что на себе делай, сам еще. Нет, от него может сам заразиться, да? Там да, конечно, конечно. И поэтому все в перчатках. Обязательно в перчатках. Не опять, что его и от него так. Может заразиться. Кирпич пока крепит. Так, сначала берем самые маленькие. Самое главное, чтобы на клиента не дуло. Шея, да? Позвоночник. По центру практически шеи, да? Вот. Ставим. Вот, практически, ну, к позвонку. Самые маленькие банки. Вдоль позвонков, да? Вот. Ну, нет, вот позвоночник вот здесь у нас. Угу. Прям, да, они прям примыкают. Та-да-да-да. Так, что откуда у нас сыпется? Сверху откуда-то. Благодать. Божья. Так. Все, ладно, пока человек лежит, с клизником допускать нельзя. Так. Мощно. Да. Рассасывает. Так, вот бывают еще это самое клапаночки. Слабенькие. Да. Ниппель. Да, вот они. Бывает, да. Она прям уже из них. Дальше. Бракованная. Вот где-то. Вот так. Ну, трапеция видно? По центру трапеция видно, мышцы. Да. Интересно слово «аль» на арабском означает типа ученый, учение. А когда пришло в наши европейские языки, оно трансформировалось и получилась приставка «ал». Вот эти все слова. Алхимик, это значит ученый-химик. Алкоголь, ученая вода. Да. Ученая вода? Да, ученая, да, вода. Ты что, алкоголь? Как красиво звучит. Ученую воду попить. Алкоголь
же надо еще сделать, он же не так. Ну, да. Значит, мы вспомним о том, что значит, это самая грязная часть у нас тела, грубо говоря, считается, да? Тут. Ну, так где вдовий горбик. Да. Да, значит, седьмой шейный, да? Грязная поклонники. А не то, что он шейный. Что, не злодейство? Так, я же говорю, да? Бракованная, да, вот. Вот. Вот тоже, конечно, правильно, такие есть. Из них отсюда пару штук будет. Есть такие, да? Да. Ну, бывает брак, что вот бывает, бывает. А вот столько, что ты еще китайский берешь. Позвоночник. По центру, да? Да, прям по центру идем. Тем более комплекция у него хорошая. Так, значит, она держаться у нас не будет, да? Ничего тут не сделаешь, да? Другой комплект мы открывать, естественно, не можем, да? Так, шея. Надо такую баночку отсюда переставить, а туда побольше. Сейчас что-нибудь придумаем. Да, пожирнее, может быть. Нет, тут вот, вот здесь пропускает. Да, вот я когда брала. Просто складка, там и воздух попадает. Она прям на складке стоит. Складка, конечно, подсасывает. Да. Думаешь? Ну вот складка прям под ней идет. Вот. Нет, это все-таки брак. Это сама банка. Если вот да. Это стоит же, сама да. Банка вот эта уже отпала. Надо признать. Да, банка, банка. Ну такой, каким? Которая просто паркетить. Да, баночные, обычные баночные, да. Но не такие присосканные баночки, которые лаком нажимаешь вот эту присоску. Вообще, конечно, из статистики именно вот этот набор желтенький, он самый ненадежный. У него большой всегда процент брака. Есть еще хаят, по-моему, называется. Синяя такая. А хаят вот сверху лежит синяя. Да, вот она лучше. Чуть. Ну тоже, конечно, портачит, еще будь здоров, да? Но все-таки лучше. Столько же. Сумсочка на это. Так. А покажи набор синий, вот, который сверху. Там написано хаят. Да, там магнитные наконечники есть. Да, но в данной ситуации они нам как для хиджабы не нужны. Не нужны. Да, магнитные не нужны. Сколько штук, Олег? Я вижу наборы сразу и по 24 банки, и по 54 да, банки есть даже разные, есть наборы. Да, да. Есть, да. Есть по 24. И 54 даже есть. Угу. Вот такие большие да, банки. Огромные ящики. Есть. Есть такие банки. О, аж сильные представляете. Прям больно. Больно? Так, может где слишком пересердствовал? Как, где, в какой части больно вообще? Шея больнее. Здесь, да? Вот это. Вообще везде больно. Слева. Левая часть, да? Так, ладненько. Тогда мы сейчас чуть-чуть их оставим. Так, здесь больненько тоже, да? А у нее сразу здесь посинело, да? Да, это да, о чем да. Говорит? Там надо много. Когда синева, это тест. Да. Это значит венозный застой. Да, это тест. Если образуются как раз такие каналы, это лимфозастой. Вот здесь прям уж. Да. Ну здесь не больно будет, да? Ну так, терпимо. Вот там, где больше там взрывается, нет, там застой идет. У него левая сторона, видать, это больше как-то.
сразу пошло тянуть его сильно. Так, сейчас, пиши, ладно, сейчас мы сейчас с этими придумаем. Пиши, я говорю, да. Левая сторона. Хорошо. Пиши, да? Я с тобой пиши. Почему так? Ну, мужчин, вот тут не... Так, у нас тогда, может, все... Пока нормально. Давай-ка вот сюда ставим. Так. Что у нас тут такое? Так, хорошо. Ну еще. Так, ну вот, в общем, посчитайте, что получилось? Сколько банок? 19. 22. 22, значит, так, одна отвалилась, да? Так, мы сейчас тогда их заменим. Вот на другие. Чуть диаметр побольше сделаем. 24 было. Так, мы этот уберем тогда, давай тоже. И сюда поставим другие, чуть-чуть вот, больше. Значит, 22 ушло. Вот и вы говорили, что 22. Так. Которая по бокам справа. Больно? Да, там больно. Ну, там нежненькая часть, да? Так, бока вот здесь, да, больно? Да, вот это. Ну, да. Как сдуло, смотри. Давай сейчас немножко злодействовать не будем. Вот так, да, оставим? Да. Нежно, нежно. Ну что получилось? Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать семь, двадцать два, двадцать две банки. Ну там он два осталось, два четыре. Вот, значит, когда поставили, ну вот. А здесь не надо, нет? Вот эти вот места. Да не надо, достаточно. Это как бы одна зона. Здесь как время, да? Да, ну, с фоточку сделайте себе вот это, как бы, вот это первая зона, чтобы, ну, как бы, ничего не мудрите, не смотрите другие схемы, там какие-то, школ очень много, кто во что гораст. Вот идет архиджама, вот она вот так делается, то есть, по сути дела, где мясо, там и ставим, ну, собственно говоря. Чувствую. Да, тем более мы даже тут и... по сумне, что называется, сумма, вот идет две точки у них. Первая, там, 25-я, то есть самые грязные, как бы, точки считаются. Вот, как бы всегда они везде функционируют, да, то есть мы... А шея прямо уж почернела. Да, да. Так, здесь почернело. Нормально, да? Угу. Так, чуть-чуть, а так, угу. Все, ну, есть время, засекли? Ну, давайте засекем 10 минут.